Ребятки, всем привет, с вами Александр, и у нас новый турнир, на легендарную, мега-редкую Акантастегу. Это, в общем-то, у нас очередная амфибия, ну, сразу скажу, она у нас будет слабовата, что-то 1600 по здоровью, в общем-то, она, как обычно, легендарная по уровню, ничем особенным не выделяется, но на картиночке, я думаю, поставлю ее, как она выглядит на 40 уровне. Так, ну а мы будем сражаться, чтобы ее получить. Я уже сегодня посражался, и, ну так вот, посражался десяток боев, и мы на первом месте. А теперь будем вместе с вами уже воевать, когда будет поинтереснее, правильно? Смотреть же там, как я сражаюсь динозаврами, которые намного сильнее, чем у противника, это неинтересно. А сейчас будем что-то пробовать прощупывать, кто нам будет попадаться и кем мы будем сражаться. Ну, сейчас возьмем... по традиции легендарных, то есть никем сильным я не сражался, сражался там послабее, что-то за легендарными. Ну давайте берем мою любимая троица, вот так вот, вот так вот и вот так вот. Но опять же, нам могут попадаться разношерстные противники, как обычно, пока турнир не устоялся. Но можно не сражаться дальше, это я вам точно говорю. Мы сделаем вот так вот, ребята, сразу. Там 4000 жизней было. У одного и у второго. То есть это было бы больно. Хорошо. Ладно, давайте возьмем кого-то покрепче. Давайте возьмем вот отсюда кого-то. Давайте, аморгозавр. Эриопс. И сигназух. Ну и то, тот противник был, по-моему, сильнее, чем вот эта моя сейчас выбранная троица. Ну, а теперь нам попалось, смотрите, что. Ха! Ерунда. Ну ладно, Тирекса я не использовал, попробуем в следующий бой взять Тирекса. Ну, практически за один удар могу его завалить. Сделаем немножечко боев. Закрепим свой результат на сегодня. И все. То же самое. Не прошло. Алангозавр защитился. Как вам, ребятки, вообще алангозавр? Как он вам выглядит? Блин, кого-то он не напоминает. А, знаете, кого мне напоминает алангозавр? Кто посмотрел Кинг-Конг Остров Черепа? Вот там вот, помните, были маленькие летающие птерозавры. Маленькие летающие, они большими стаями летали, они там мексиканца с чемоданчиком разорвали. Вот у них был похожий нос. Такие они были остроносые. Кто согласен, ставим лайк. А кто не посмотрел «Остров черепа», смотрите. Хороший фильм. Через 2 года у нас будет фильм «Кинг-Конг против Годзиллы». Годзилла. Годжилла. Нет, Годжира, как-то там по-японски звучит. До минус 40 нам предлагают купить баксы по скидке. Хорошо. Так, 2 набора Эриопса проскочило, а нам любимый набор загадка. Так. Возвращаемся к легендарным. Попробуем взять. Так, допустим, цератозавр. Он тоже считает, что легендарный. Амфибия. Не, какая амфибия? Летун. Давай. И Тирекс. Ну давай. Кто нам попадется? Сейчас опять кто-то такой мега сильный попадется. Нет, все нормально. То есть у нас реально противники в топе сейчас на уровне супер редких.
А у него вообще все травоядные. Только я одним цератозаром тут могу положить всех. Так, пахи теперь. Он же реально перед собой вообще ничего не видит. Он может видеть только по сторонам. У него такой панцирь, а глаза намного глубже находятся. Выпустим его величество. Ха! Да иди ты! Вот так. Блин, выжил. Добью его летуном. 4? Ух ты, хватило. Не ожидал. Нет, тогда не буду. Ну, пахим магет, магет, гибрид все-таки. Почти добил. Добил. Старание и труд, все перетрут. О, каритозавр не смог этого сделать. Ладно, тогда тебе смерть. О, это та штука, кстати, очень вообще похожа на тех динозавриков. На тех птерозавров. Очень похож. Ну, как, собственно говоря, алангозавра носом своим похож на скафагнета. Так, ну мы тут легко продвигаемся вперед. Так. Давайте еще легендарных возьмем. Давайте возьмем три хищника. Ну, вот таких вот. Ну, зависит от того, кто нам попадется. Три супер редких амфибии могут с нами пободаться. Но не в этом случае. Ух ты, я только обратил внимание, какие длинные когти у Зухамима. Так, ну Зухамима, наверное, на мыло пустим. У Зухамима рыло крокодила. Почти рифма получается. Ну это у Капразуха просто много жизни, как для супер редкого. Но он ей вообще полностью потратил свои очки, это очень зря. Супрано Титан пожирнее будет. Даже на защиту остается. Так, ну Индоминус у нас сразится с гиганотозавром. Крупнейшим хищным динозавром по некоторым версиям. Джунга Маджунга.
Хорошо, давай. Попробуй пробить супрано-титан. Ой, черт, у него слишком маленький удар. Ладно. Надеюсь, он не поставил защиту 8 баллов. Так, маловат. Индоминус покрупнее будет. Кстати, я в бою недавно смотрел, Юдон у меня был в противниках. Так он вообще тоже такой мелкий. Мелкий-мелкий. Ну, Ютиранус сам по себе мелкий. Траодон тоже мелкий. Так что ничего удивительного. А у нас редкий набор, и это удивительно. Так, Капрозух надо. Собака-крокодил. Так, вообще-то мы сейчас можем брать вообще всякие дурацкие, идиотские комбинации. Поскольку у нас... Предлагаю взять 3 летуна. Так, ну вообще шикарно, у нас у него диплотатор сильный, а у нас как раз против него противоядие. Но нужно насобирать 2 балла. Смотрите, очень похожа у нас комбинация. А я его пробью с бонусом. Пробил. Рамфарин, блин, я до сих пор не прокачал, по-моему, своего Рамфаринга. Абсолютно одинаковая анимация с Дарвиноптером. Чё-то как-то в зеленом виде я его не воспринимаю. Так, у него там секретное оружие, это Кецекаатль 40-й. Ой, Чезингоптер. Кецекаатль, вот это я выдал. Так, у него там ничего не оставалось? Блин. Ну ладно. Тут особо вчитываться нам не надо сейчас. Лучше бы баллы сэкономил. Зачем надо было 3 в защиту ставить? Нет, это Кенцекап. Кенцекатль все-таки. Вот это да! Какой дэмаг. Гигантский, как для него. Давайте нам этот набор. 250 генов тоже вполне себе неплохо. Так, Сигназух есть. Кто у нас здесь еще есть рядом? Дейнахейр есть. Залмоксис. Не, Тиризинозавр. Только его надо ставить первым. О, давайте пойдем такими вот еще ребятами. Ч
Так, да где ты там у меня? Во. Погнали. Три родственника. Самый крутой, конечно, из них терезинозавр, но самый сильный сегнозух. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. А я не могу даже защититься. Я, в принципе, вряд ли даже крутозавра здесь завалю. Ну, попробуем хотя бы крутозавра забрать. Дело в том, что у него там идет метриолонка. Опять же, нам попался очень сильный противник. Мы вряд ли его пройдем. Если бы у нас был хотя бы не травоядный, а амфибия, то было бы попроще. Ну да. Пробил. Ну, рамфаринг это фигня, а вот метриолонг. Ну, если побеждаем, то на этом и заканчиваем, ребята. Если нет, то еще сделаем один бой. Ну, чё-то мне кажется, что нам победа тут не снится. 5-4. Ну, пусть будет так. Ну, планы резко поменялись, ребята. Побеждаем. Такие. По-моему, хороший бой, достойный лайка. У него был метриолонг, который мог всех моих завалить просто вот. И был крутозавр невероятно силен. А я его опачки и сделал. Ха! Ну, точнее, ее. И вот так вот я ликую тоже за экраном, ребята. Крутой бой. Очков преимущества над ближайшим преследователем. Вот так вот, ребята. А на этом мы заканчиваем, но и думаю, мы еще в этом турничке с вами посражаемся как-нибудь. Так что всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока.